Сообщение о возгорании дома в селе Фряньково поступило в службу спасения в начале 4 ночи. Пожарные прибыли на место в течение 6 минут. Но к этому времени, по сообщениям ЧС, горела уже вся площадь здания. Полностью потушили пожар в 3:20. В доме находились люди, но спасти их не удалось. Под завалами пожарные обнаружили тела двоих погибших. Это женщина 61-го года рождения и мужчина, личность которого устанавливается. Предварительная причина пожара – это неосторожность при курении. По словам местных жителей, в этом доме жила одна женщина. Не работала, потеряла мужа лет 5-6 тому назад, после чего стала активно употреблять спиртное. В связи с этим в доме появлялись нередко гости, которые приносили алкоголь с собой. Нынешнюю зиму хозяйка жила не одна, приютила соседа, который остался без крова. Мужчина был пенсионером, не работал. По словам родственников, которые содержат здесь дачный домик, любил выпить. Его тело и нашли под опломками вместе с телом погибшей женщины. Просто они вместе жили, как бы. Ему негде жить. Его сын тоже не пускает. У погибшей тоже есть сын, который приехал на похороны. Говорит, к матери относился и относится с любовью. Сам он живет и работает в другом городе. Сюда приезжал 2 раза в месяц, привозил продукты. От комментария на камеру отказался. Также удалось узнать от соседей, что до пожара в доме находились не только погибшие. Перед ночным инцидентом жильцы выпивали спиртное и курили в компании еще нескольких гостей. По словам очевидцев, когда пожар распространился почти по всему дому, 3 человека выбежали на улицу. Они стучали в окна, выбивая стекла, пытаясь пробудить таким образом остальных. Но огонь только еще больше разошелся. Гости успели спастись, и один из них, по словам соседей, с ожогами сейчас находится в больнице. Юлия Михайлычева, Кирилл Маршов, программа «Губерния».